Возле кораблеобразной сцены сияют праздничные шары расцветки триколор. На самой сцене звучат торжественные слова, играет музыка. Повод действительно праздничный. На Окской судоверфи в Навашине Нижегородской области заложили киль головного судна серии RSD-71. Компания внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Цель нацпроекта – обеспечить 5% ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Окская судоверфь является участником расширенной поддержки в рамках национального проекта повышения производительности труда. То есть специалисты Федерального центра компетенций в течение года проводят работу на этом предприятии. Это более углубленный курс, в том числе обучение на предприятии тех сотрудников, которые этим занимаются. И эффект от этого, от внедрения бережливых технологий на судостроительных предприятиях по разным оценкам на разных потоках составляет 20-30% увеличения выработки на этом потоке. Эксперты ФЦК ведут работу на двух участках: изготовления балластно-осушительных систем сухогруза RSD-59 и изготовления системно-воздушных измерительных трубопроводов для дистанционного измерения уровня жидкого груза в отсеках транспортных судов. Сейчас у нас уже на предприятии обучено более 40 человек. Значит, часть этих людей участвует в том числе в работе, в картировании, в хронометражах, в организации рабочих мест, стандартизации. Новое уникальное судно полностью российского производства. Оно будет названо в честь основателя морского инженерного бюро, доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова. Инициатором разработки проекта стало Волжское пароходство. Разработчиком выступило морское инженерное бюро. Служба информации Мария Бурова.